Привет всем, с вами Кик. Сегодня я полностью свободен. Вот и сделаю несколько видеороликов. И в этом видео давайте поговорим о том, как стать намного, сразу же намного умным инвестором. Да. И сохранить свои средства. Я уверен, что многие из вас не готовы к тому и даже не просто в мечтах думают, видят эту цену, скажем, 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов или миллион долларов. Дай бог, чтобы вам всем был миллион долларов. Но многие из вас не готовы к тому, что когда эта сумма будет у вас на счету, как этим управлять, что сделать? Вот тогда, когда вы однажды утром проснетесь, откройте Binance или какой-то сайт и увидите, что у вас там лежат уже 100 тысяч долларов или 500 тысяч долларов. Тот, кто думает, что он готов и сделал то, что я сейчас буду говорить, может оставить в комментариях. Это будет супер. А кто не был готов, думаю, для него это видео будет очень полезным. Итак, смотрите. Скажем, вы купили 50 тысяч XRP. Вот. Или ADA стоит намного дешево. Скажем, вы купили 50 тысяч ADA Cardano. И однажды утром вы просыпаетесь, и у вас ADA Cardano стоит 5 долларов. Эти 50 тысяч уже стоят 250 тысяч долларов. Многие из вас сразу же хотят, если не все, то, скажем, на 100 тысяч долларов вынуть из этих средств. В таком случае вы должны понимать, что вот сколько людей с вами утром проснулись и сколько людей с вами хотят вынять вот те же свои 100 тысяч долларов. Если это не NASDAQ, если это не Exchange at Fidelity, от очень крупных компаний с огромной ликвидностью, если у вас средства лежат на Binance, вот в этот момент, когда вы захотите вынуть эти средства, у вас будут проблемы. Потому что на очереди очень много людей, которые хотят тоже получить свои 100 тысяч долларов. Поэтому, что важно делать? И важно это делать до того, как то же самое ADA будет стоить 5 долларов. Это важно, нужно делать сейчас. Вам нужно зарегистрироваться в OTC сервисах. Таких сервисов не очень много, а гарантированных еще мало. Я порекомендовал вам сервис от Gemini. Ссылку оставлю в описании. Зарегистрируйтесь там, чтобы когда цена поднялась и когда вы захотите сразу же взять свои 100 тысяч долларов, у вас была возможность. А то на Binance ликвидности точно не хватит. Хорошая новость в том, что на Binance, вчера эта новость вышла, они тоже открыли OTC-площадку. И для того, чтобы воспользоваться этой площадкой, вам нужно хотя бы пройти вторую ступень верификации на Binance. Не откладывайте. Делайте это сейчас. Потом будет поздно. Когда вот эти средства будут, и сразу вы пойдете делать верификацию, сколько человек будет этим заниматься. Вы будете стоять в очереди. Ваша верификация будет стоять в очереди. Это простой маленький шаг, который вам, инвестору, умному инвестору, нужно делать до того, как его средства начинают расти. И поскольку бычий рынок не за горами, хотя бы для некоторых проектов стоит зарегистрироваться в OTC от Gemini и пройти в верификацию на Binance. Спасибо всем, увидимся.